Этот демон из легенд когда-то охотился на умелых воинов, защищавших феодальную Японию. Всем здорово, народ, вы на канале Арти, у нас снова Predator Hunting Ground и новые DLC. Вот такой вот у нас крутой, мега крутой хищник-самурай, сейчас будем испытывать его новое оружие, катану. Я считаю, что урон у него неправомерно огромный, я посмотрел пару видосов от других ютуберов. Сейчас будем проверять. Выглядит он максимально круто, я сразу купил DLC, не знаю, в первую секунду его выхода, наверное. Как только сервера стали доступны, мне кажется, он очень круто выглядит. Очень атмосферный персонажик. Вот они, бедолаги. Кто будет испытывать сейчас? Так, давайте сразу активируем тревогу. Иди, стукни. Блин, они уже здесь. Вот, тревога. Отлично. На вас напали, да. Блин, какой же он крутой. Охотиться теперь стало еще круче. Я хочу их просто запушить и проверить, как это работает. Я не знаю, насколько ребята крутые. Идет. Вижу врага. Так, это не тот, кто нам нужен. Офигеть, мне хп как быстро снесли, много. Ладно, it's not a problem, как говорится. Убей эту паскуду! Помоги мне здесь! Я рано перезаряди! Так, первый пошел. Уходим, какой-то мини-пролаг был. Офигеть, у него урона сколько в этой катане. Понимаю. Мое почтение. Можно вот это? Спасибо. Так, 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 берем. Они в здании, да? Тихо, тихо, маленькие. Они меня быстро спалили, конечно. Окей, окей, окей. Дадим им время прийти в себя. Дадим им время прийти в себя. Чисто визуально, типчики жесткие. Отступать не намерены. Но как бы мы не простачки. У нас перки на усиленный урон от ближнего боя. Я думаю, им не понравится. Вас заметили. Они еще и зорки, как не знаю кто. Так. Слышу цель искомую. Здрасте. Кабанчик с первого раза не умирает теперь. Не такой крутой DLC, конечно, как все ждали. Все планировали то, что выйдет новая карта, очень ее ждали, но, к сожалению, в DLC у нас присутствует только вот такой вот крутой самурай. Так, где они? А, понимаю. Они решили спасти своего друга. Окей. Из нота проблем, как говорится, так даже интереснее будет. А если мы проиграем, ну ничего страшного. Наша задача сейчас посмотреть просто нового хищника. Очень зоркие парни, я так скажу. Рассредоточились, ты посмотри на них. Идем за ними пока. Посмотрим, что они будут делать. Увидят или нет? Увидят. Дайте мне похилить энергию, ё-моё. Парни, да успокойтесь. Что вы делаете? Так, нам бы заново тревогу запустить, я думаю. Ну что, будем пытаться пробиться с катаной? Нашего убили! А что я смотрю? Где бедолаги-то?
Тихо. Что-то они жесткие. Офигеть, блин. Очень много урона у них. Угу. Становится все интересно. Так. Я не могу в инвиз уйти? Из-за воды, что ли? Так, где кабанчики? Так, с этими парнями нужно быть поосторожнее, я понял. Что-то они меня душат прям. Душат хищника. Вот так вот против опытного отряда воевать. Блин, вот эта перезарядка, конечно, меня раздражает. Давай чуть-чуть им хп потрепаем. Опа, заметили, хорошо. Хватает энергии. Давайте похиляем энергию пока. Пока не могу найти к ним подход. Что-то зарашить прямо напрямую не получается. Иди на задание. А где ты нашел аптечку, маленький? А где ты, маленький? Все аптечки проюзали. Да, не пошли. Что-то странно, я их даже под импульсом не увидел. Такое возможно. Ля, какие умные. Это тяжелые ребята для меня. Мы-то новички в этой игре, блин, но DLC, конечно, скинчик очень крутой. Так, ну одного я приговорил, кстати, то ли он... А, он вышел, или я не знаю, или его убили. Но одного у них в отряде точно нету. Остались только задроты. Ты, видимо, далеко от него пошел. Тревога — это очень хорошо для нас. Сейчас мы попробуем под шумок поохотиться на ребят. Тревогу быстро отключили. Стреляют как будто прямо здесь, но они не здесь, они явно дальше. Попробуем через капкан поиграть. Пойдем. Здорово. Тихо. Я застрял. Вот этот мне парень не нравится. Тихо.
помощь! Эй, помогите! Пристрелим твою! Хорошо. Хорошо. Сегодня у нас хороший охват. Удачи. Мы тянуть время не будем, естественно, мы просто приговорим. Ух, но это было не слишком сложно. Блин, катана очень много урона наносит. Так, ну что, попытка номер два, посмотреть самурая. Прошлая катка была быстрая, но интересная. Ребята хорошо сопротивлялись. В этот раз что-то у меня есть такое ощущение, что нам дадут люлей. Но если нам дадут люлей, ничего страшного. Наша цель — посмотреть самурая и, собственно, его оружие. Еще классно, мне очень нравится визуально, очень крутой, очень сильный персонаж. Конечно, все ждали все-таки карту, это да. С этим не поспоришь. Давайте отправим импульс. Так, кабанчиков вижу. Отряд пока, к сожалению, нет. Но там что-то мелькнуло. Я думаю, мы сильно спешить не будем. Сначала посмотрим на них. Так, чисто издалека. Потому что у самурая не самое большое количество здоровья все-таки. И пушит лоб в лоб, но оно как-то не особо. Ни черта не слышно пока. Ладно, надо дождаться их атаки, хотя, блин. Если бы я знал точно, где... Ну вот здесь они должны стартовать. Я думаю, то, что нужно запускать тревогу и не париться, правильно? Где людишки местные? Да ты шо? Так. Ага, слышу что-то. Все-таки миссия у них начинается не отсюда, да? Окей. Дадим им фору на старте. Надеюсь, эту фору они... Так, они здесь, я понял. Меня уже заметили. Да ты что, ля какой. Так, эти бодрые ребята. Очень интересно. Держатся вместе. Кроме вон того пацана. Так, и уходим, и уходим. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, мои маленькие. По ним работают мобы, это хорошо. Тихо, тихо, маленький. Я просто проверяю. Просто проверяю на урон, да тихо. Смотри, как работает по мне хорошо. Молодцы. Понимаю. Сейчас покатаем им аптечки. Кабанчик покатился. Похилимся немножечко. Что они там все взрывают, блин. Жуткие людишки. Так, ну что у них тут? Вон они, вижу отряд. Держатся вместе, кстати. Прям жестко. Я думаю, мы эту проиграем, кстати. Я не буду записывать только победные, как бы это вообще пофиг. Задача-то не в этом.
Страшно было. Тихо, тихо, маленький. Сейчас хищник придет. Всех мы вас попробуем на вкус. Но пока урон, конечно, незначительный от меня. Ага. Какие-то они вообще шебутные, да? Заметили? Ладно, они пошли дальше. Окей. Там он один сзади прям бежит. Я бы на самом деле его бы попробовал бы приструнить. Так, проверка на смотрибельность. Пока никто не проверяет, окей. Катился меч. Так, дальше они здесь по-любому миссию делают, да? Или нет? Уже сделали? Они уже сделали все? Офигеть, это жесткие. Это жесткие ребята. Которые нагнули нам все. Да, конечно, сейчас попробуем прямо на площадке их забрать, но я думаю, из этого ничего не выйдет. Ослепи, да. Вижу отряд. Они умные. Тихо-тихо. Но это жесткие типы, конечно. Это жесткие типы. Ничего не могу с ними сделать, к сожалению. Похилились прямо здесь, но они уйдут. К сожалению, да. Хорошие ребята. Слушай, хорошие ребята. Ну, я думаю, от меня, кстати, не так часто сбегает добыча. Мы позлимся, конечно, но цель этого видео посмотреть, в принципе, в деле хищника. Очень крутой, мне очень понравился. Надеюсь, вам видео тоже зашло, ребят. Жду от вас лайкусиков, комментариев. Я потихоньку учусь играть в эту игру. Вот, она забавная. Ждем новую карту. Вроде как слушок прошел, что их будет новых 3. Вот, но в целом спасибо за просмотр и всем до встречи.